Проще простого зарабатывать деньги в интернете. Кэшбэк-сервис AliExpress с реальным кэшбэком от 7 до 15%. Заходи по ссылке в описании и возвращай деньги за покупки. Итак, всем привет, дорогие друзья. И тут у нас очередная новость о том, что Ulefone Tiger теперь доступен по цене за $99. Ссылочку на данный товар вы найдете в описании к видео и многие другие ссылочки на интересные товары, так что переходите, смотрите, покупайте. Совсем недавно компания Ulefone анонсировала новый смартфон Ulefone Tiger. Одной из отличительных особенностей девайса является продолжительное время работы благодаря наличию емкого литий-полимерного аккумулятора Sony на 4200 мАч. С сегодняшнего дня новинка стала доступна для предпродажи со скидкой в размере $20. Напомним, что Ulefone Tiger также получил 5,5-дюймовый экран с разрешением HD 1280 на 720 пикселей, сканер отпечатка пальцев, 2 гигабайта оперативной памяти типа LPDDR3 и 16 гигабайт накопителя с возможностью расширения на 128 гигабайт. Ulefone Tiger в металлическом корпусе также обзавелся 64-битным 4-ядерным процессором MediaTek MT6737W с тактовой частотой 1,3 ГГц, графическим ускорителем Mali T720 и аудиочипом. Кроме того, для большего удобства, то есть пользователи-разработчики дополнили новинку 2 слотами для сим-карты и отдельным слотом для микро SD, что очень удобно, кстати говоря. Работает Ulefone Tiger под управлением Android 6.0 Marshmallow. Благодаря аккумулятору емкостью 4200 мАч, владелец Ulefone Tiger может рассчитывать на 2 дня работы смартфона в автономном режиме и порядка 550 часов в режиме ожидания. За яркие и четкие фотоснимки отвечает основная камера на 8 мегапикселей с сенсором Sony EMX219, а также фронтальная камера на 5 мегапикселей от Samsung. Скорость срабатывания дактилоскопического датчика составляет 0,2 секунды. При этом пользователь имеет возможность регистрации и привязки до 5 отпечатков пальцев. Понравилось видео? Ставь палец вверх и подписывайся на канал.